жар. Нож, похоже, задел почку. Рана загноилась. Как дела, сестренка? Как глупо это все. Ребенок это... Был маленький ребенок. С большим ножом. Эй, помоги мне. Давай. Давай. Надо скорее отсюда валить. Нам нужно на крышу. Посигналь какому-нибудь вертолету. Эй, стойте, стойте, она ранена. Что с ней? Она не... Короче, она не как эти. Ножом промоет. Я больше не подниму. Ладно, слушай, О'Брайен, если ее не доставить в больницу, она умрет. Но больниц больше нет. Ой, да ладно, как это нет? У вас же врачи, приемные, мобильный госпиталь. Да я только что окончил колледж, я волонтер, меня тут и быть не должно. О'Брайен? Ладно, черт, у меня место еще только на двоих. Как это на двоих? У нас перегруз, ясно? Я могу взять двоих. Ну ладно, давай, помоги мне. Ну ладно, потерпи, ты поправишься. Я держу. Эй, я вернусь за тобой. Так, Бухарь, пошли, нам стой, надо вертолет. Стой, нам надо вертолет. Я его слышал, у него-то место на двоих. Иди, будь с ней, я справлюсь. С нами ведь и похуже бывало. Так. Да уж, бывало. Куда вы летите? Что? Куда летите? Лагерь беженцев на запад от трехпалого Джека. Послушай, Бухарь без меня точно пропадет. Так, стоп, мотор выруби. Черт, она жива. Альварес. Альварес. Эй, Альварес. Что случилось? Скажи, кто это был? Упокоители?
Сейчас все будет. Туда пошел. Двинули. Куда он делся? Тут ничего нет, кроме фриков. Может, я ошибся? Может, он не с Коуплендом спелся? Нет. Леон давно толкает краденое Коупленду. Вот оно и аукнулось. Эй, стой, стой. Погоди-ка. Черт. Ладно, сейчас глянем. Стоп, стоп. Вот. Пошли сюда. Следы свежие. Слышь, а ты где вообще научился следы-то читать? Мы с отцом ходили охотиться на вопите, когда я был мелкий. Часами выслеживали. Охренеть! Ложись! Ты живой там? Да, да. Просто царапина. Этот придурок целиться не умеет. Сукин сын. Да нормально все. Он направляется вниз, к водопадам. Он потерял много крови. Далеко не уйдет. Обыщи его. Истечь кровью? Да уж, это жуткая смерть. Медленная, мучительная. Но тебе ли об этом не знать, да, Лёнь? Она еще дышала, когда мы ее нашли. Не хватало еще тратить на нее патроны. Идем! Не-не, притормози, притормози. Где тайник? Лён, скажи. И тогда обещаю не пожалеть для тебя пулю. Хотя тебе и так недолго мучиться. Видишь ли, тут небольшая проблемка. Они чуют запах крови. Прямо аж оттуда. Интересно, каково это, а? Рвут на части. Жрут заживо. Скоро он это узнает. Пошел ты. Прощай, Леон. Нет, стойте. Ладно, ладно, не надо. Я все отдам. Берите. Где? На кладбище. На старом кладбище. Спасибо. Ты обещал! Давай. Не бросай меня тут подыхать. Давай. Давай! Лживая ты, паскуда! Давай. Такер захочет доказательств. Ты поступил правильно. Нельзя бросать людей на съедение фрикам. Даже таких гнид, как Леон. Подожди. Я хочу пошариться в этом лагере. Может, найду чем забинтовать. Ладно. Сложить вместе и пойдет. Ну вот, да, годится. Ну, вроде ампутация мне в ближайшее время не грозит.
Я думал, мы сегодня пойдем на охоту, принесем что-нибудь Такер. Какая охота? Дождь хлещет. Ну, слушай, нам нужны кредиты. Надо набрать припасов. Ладно, но только что не шарахаться все начал. Ох, блин, я уже выдохся. Сейчас что не сдерем с его байка. Нет, мать твоя. Да. Ах ты, сволочь. Если ты не обоссался, значит бензобак. Бензонасос. Сука, Леон прострелил мне бензонасос. Глянь, есть чего взять с его байка? Не, хлам. Короче, давай вернемся на гору Улири. Там заночуем, найдем насос и вернемся сюда. Нет, у меня идея получше. Насос поищем прямо тут. Чего? Ну... Автозапчасти Крейзи вылез. Туда и поедем. О, нет. Все равно мы вылезли за припасами. Чего бы там не посмотреть. Ну что, ладно. Эй, что там Леон тебе всучил? Ну это вроде как карта. Как заберем мой байк, надо съездить на кладбище, поглядеть там. Ну хорошо. Завтра берем препараты, отвозим к Такер, получаем награду за Леона, а там пора на север двигать. А ты думаешь, на севере лучше? Неважно. Все равно будет лучше, если мы отсюда свалим. Погоди, там впереди не проехать. Осторожно. Я такое уже видел пару дней назад. Грузовик поперек дороги. Упокоители поставили. Помоги-ка сдвинуть. Готов? Ага. Толкай! Подъезжаем к старому блокпосту Неро. Уже почти. Черт, ты это серьезно? Дай-ка дробовик, я пойду вперед. Да уж, не слабо они здесь окопались. Ну и много им это дало. По мне так лучше в гробу лежать вместе с первопроходцами. Ну да. Но ты глянь, а. Какие же все-таки тупорылые. Ну о чем думали-то? Мистер Федерал, можно мы тут посидим, пока не придет Орда и не сожрет нас потрохами? Хреново подыхать в такой душегубке.
чуешь? Ох ты. Вон там. Поехали отсюда. Погоди, сколько у тебя молотовых осталось? Слушай, давай на обратном пути. Не. Черта с два. Твою мать, да ты их приманиваешь. Ну вот, пожалуйста. Он уже сдох. Ты мне дробовик сломаешь. Ага. Точно. Опять туда намылился. Ты это о чем? Об этом лагере беженцев. Ты как туда соберешься, а тебя сразу находят. Что находит? Ты не виноват в ее смерти. Заткнись. Если бы ты сел в тот вертолет, ты бы погиб вместе с ней. Только и всего. Я сказал, заткнись. О, черт. Давай! Есть. Еще трофеи. Здесь на байке не проехать. Иди в служебный тоннель. Может, получится расчистить дорогу с той стороны. Ладно, только свети тогда в эту сторону. Еще гнездо. А, да, ну и вонь. Сколько там молотовых осталось? О, ты последний взорвал. Есть из чего новых набодяжить? Да, есть. Я сейчас, быстро. Вот так. Вот
внимание! Давай, погнали. Да, сейчас, секунду. Я подумал насчет того, что ты сказал. Про север. Я к тому, что тебе надо уехать отсюда. Привести мысли в порядок. Давай утром заберем награду и поедем тогда. Ну вот, братан, другой разговор. Ты хотел фрик-шоу? Черт. Прямо киша. Походу, мысль хреновая. Ты просто гони прямо насквозь. Собери себе на хвост сколько сможешь, а я, типа, потихонечку зайду следом, найду гараж. Черт. Быстренько откопаю там бензонасос, ты меня подхватишь, и мы валим. Еще подстрелить успею парочку. Ты точно на тот свет хочешь? Я же сказал, не сегодня. Налетай, карты могучие! Долбаный шакал. Давайте, валить отсюда, засранцы. Давай! О, ну вот. Еще нет. Надо как-то пробраться в гараж. Там должен быть бензонасос. Ну, давай побыстрее. Я видел по дороге, как их там называют. Ну, эту хрень, которую покорители ставят. Сигел. А, его. Значит, где-то тут шастают. Вот так.
Как тебе? Лом. Должен же быть тут бензонасос. Бухарь, слышишь? Нашел я насос. Выезжаю к шоссе. Дик! Упокоители! Упокоители! Нет! Черт! Упокоители? Бухарь, ты меня слышишь? Держись, я сейчас буду. Твою мать! Упокоители. Я их слышу. На твоих руках набиты символы мертвых. Символы заблудших. Пошел ты! Ах, вы суки! Байкер! Ты должен покориться, байкер. Ведь ты заблудший, но мы поможем. Мы поможем. Верни Хайдена. Покорись. Отвалить от него, ублюдки! Берегись, брат! Бежи от своей тени! Бухарь, ты кончил. Все, давай, все, уходим. Твою мать! О, боже. Да, твою мать! Ну-ка, вставай. Да сам я. Да, ну-ка, вставай. Упокоить. Навалить. Как будто меня ждали. Сука! Их не видел. Как навалились. Так. Рука. Не смотри. Охренеть. Бухарь, не смотри. Не смотри, говорю. Садись уже! А, черт! Здесь, а я пойду осмотрюсь на всякий. Ну вот еще. Я на боковую. Вроде все на своих местах. Че? А тут окрасть-то ничего. Койка, я по тебе скучал.
Я пойду за байком и найду, чем тебя подлечить. Справишься? Да. Круто. Ага. Загляну на блокпост Неро. Там должны быть стерильные бинты и болеутоляющие. Не оставляй там мой байк. Да не, не-не-не, я пешком туда метнусь, пока не стемнело. Эй, у меня там патроны есть. Они в ящике у двери. Спасибо. Эй, ружье оставь. А бухарь? Ну ладно, держи. Спасибо. Я без него просто как голый. Черт, бухарь. Рука сама не заживет. Что ж делать-то? Нужно найти медикаменты. Ты не спишь? Не сплю. Чего там? Тут кто-то шныряет вокруг берлоги. Чего? Кто шныряет? Не знаю. Я прослежу за ним. Может, он не один. Отбой. Это люди! Ты разбегал. Это последний. Значит, выследили нас. Уроды. Не суйтесь к нам на гору О'Лири. Бухарь, я нашел их лагерь. Просто какие-то уроды хотели прибрать к рукам нашу берлогу. Ну, от одного к одному. Все-таки пора перебираться на север. Сначала руку твою подлечим, а потом уже будем об этом думать. Я пошел за байком. Конец связи.
точно, долбаные фрики. Черт, быстрей, быстрей. Бежать, бежать. Проклятый дождь. Если не фрики, так обязательно дождь. Почему с неба все время льет? Где я вообще? По идее, уже недалеко. Надо добраться до байка. Я уже близко. Надо найти его. Ну что, дружище, где ты спрятался? Это здесь. Мы оставили его здесь. Байк исчез. Блять! Копленд, твою мать! Эй! Ты из лагеря Копленда! Да вы сделали мой байк! Эй, стой! Подожди! Черт! Я твой байк не трогал! Клянусь! Да не буду я тебя убивать! Не беги ты, придурок! Спроси у Копленда! Я ничего не знаю! Эй! Мне просто нужен мой байк! Я ничего не делал! Ну, говнюк, нет, все-таки, знаешь, я буду убивать! Бухарь, слышишь? Ты забрал байк? Нет, люди Копленда добрались до него первыми. Я пошел в его лагерь. Конец связи. Козел украл мой байк! Про это я ничего не знаю. Поговори с Мэнни. Хорошо. К нему-то я и пойду. Веришь ли, я был копом. Нормально. Казалось бы, у нас все должно быть хорошо. Мы обучены, у нас снаряжение, все такое. Привет, Мэнни. Привет. Давненько тебя не видел. Ну, или просто не заметил. Все, пошу. А меня за это кормят. Да, лагерная жизнь. Лагерная жизнь. Слыхал о такой книжке «Дзен и искусство ухода за мотоциклом»? Не, как-то никогда времени особо не было на книги. Ага. А я тогда в своей мастерской всех механиков прочесть заставил. Механик должен обрести равновесие духа. Вот поработай голодным, мигом дзен обретет. Я тут ищу байк. Да? О, не-не-не. Этот не бери. Почему? Ну, его только привезли. Какой-то урод сиволапый его бросил. Он весь ржавый. А уж как его ушатали, голову бы за такое оторвал. Да неужели? Ну да, а как? Это уже дрова. Мы его только что разобрали. В нем даже бензонасоса не было, а пригодился. О, даже бензонасоса? Типа такого? Понял. Типа такого, Мэнни. Я понял, понял. Когда я сказал «урод», я имел в виду того урода, который его пригнал. Знаешь, мод хреново привязали. Короче, он всю дорогу болтался в кузове, прям Дик, как... на пару слов. Я вижу, вам тут досталось. Я вот все думаю про... Ночью был тяжелый бой. Опять упокоители. Боль чувствую. Уже второй раз сюда или заявляются. Говорят, ищут нет, тебя и Буха. У них нет разума. Люди в Одессе много чего говорят. Про это. Ну, в смысле, про вирус. Он поражает мозг. Люди тут друг другу помогают. Но если начнется голод, ну, сам понимаешь. Озеро вас не прокормит? Форель пока есть. Озеро держится за счет талых вод. Рыбу сюда больше не запускают. Однажды она кончится. Как и все остальное.
с отцом здесь охотились на оленей. Строили засидку, клали под нее лизунец и отстреливали. Иной раз столько мяса набиралось, что съесть не успевали. Я слыхал, приманивать оленей было запрещено законом. А отец признавал только один закон – Конституцию США. Видел бы он нас теперь. Америка – страна свободы. Да, это точно. Я тут Леона жду. Да? Он мне вез кое-что. Неужели? Нам тут очень нужны лекарства. А, Леон. Такер сказала, что он просто сбежал. Короче, найдешь его тайник, неси все мне. Мне, Дик. И тогда, ну, проси, что пожелаешь. Мой байк, который твои люди украли и разобрали. Его просто нашли на дороге. Ладно. Ладно, я это учту. Классный кипарик. Чего? Вот этот. Слышь ты, никогда не... Погоди. У Леона был такой же. Коп, богом клянусь, я... Заткнись. Хочешь торговать в моем лагере? Будь добр на меня поработать. Коп! О, черт. Ладно. Раз уж я здесь, что тебе надо? Вот так-то лучше. Какие-то козлы нападают на моих добытчиков. Засели на радиовышке к западу от Алирии. Это же в твоих краях? Вообще-то нет, но... я разберусь. Не сомневаюсь. Как дела? Эй, Дик, Дик! Постой. Братан, ты уж извини меня. Я же не знал, клянусь. Мэнни, ты знаешь, сколько времени я в этот байк вбухал? Я же его своими руками собрал. Я понял, да. Я тебе все возмещу, честно. Вот, гляди, новость клепал. Ты называешь эту хрень байком? Ну да. Он не... Ладно, я еще поищу. Детали там... Я все устрою, клянусь. А как насчет моего топливного бака, который был подарком от моей покойной жены? Его ты тоже мне устроишь? Блин, Дик, прости. Иди ты нахер, Мэнни. Привет, как жизнь? Эй, Мэнни. Байк можно улучшить. Пока. План пока, Дик. Господи, что вы с ним сделали? Бухарь, ты меня слышишь? Да, Дик. Как ты там? Как рука? Я же сказал, заживет. Ладно, но все равно я сгоняю к блокпосту Нера. Поищу там стерильные бинты, мазь, что-нибудь такое. Как скажешь, я сделаю обход. Надо убедиться, что на горе никого нет. Бухарь, нет, нет. У тебя ожоги третьей степени. Оставайся там и лежи. Я уже скоро буду. Да, да. Постараюсь что-нибудь найти. Я постараюсь. Вот он, блокпост Неро. Надо найти медикаменты для Бухаря.
Давай, падла, заводись. Да. Так, стерильные бинты. Где они могут храниться? Бухарь, слышишь меня? Бухарь, возьми рацию, придурок. Не отвечает. Где его черти носят? Сент-Джон, это Коул. У меня радиосигнал пропал. К
Когда доберешься до вышки, восстанови связь. Я заплачу. Так эти люди, ты их знаешь? Прервать вещание свободного Орегона — это похоже на место. А знаешь, ты угадал. Они были в моем лагере. Но им, видно, не по нраву был запрет на воровство, насилие и убийство. Может, они просто, как и я, устали слушать твою параноидальную чушь? Отбой. И еще. Похоже, что уходя, они забрали несколько автоматов и дробовиков. Будь осторожен. Да уж, Коуп, спасибо, что сказал. Делаю, что могу. Отбой. Делаешь, что можешь, сукин сын. Эй, Бухарь, я принес кое-чего тебя полечить. Бухарь. Черт. Бухарь! Эй! А? Что? Эй, да тихо ты, псих! Чертик. Я ж тебе чуть башку не снес. Короче, покажи-ка мне руку, а? Нет, нет, не покажи надо. Покажи мне не руку. Надо. Не надо! Все, все! Дик. Спасибо. Я это поправлюсь. Все заживет. Thank you.
ты где? Уходим отсюда! Господи, Коул, сколько ты успел выбесить? Так, это, наверное, был генератор. Но теперь это просто решето. Ладно, думаю, хватит. Вот и все. Бросай! Будь у тебя хоть один патрон, я был бы уже труп. Прошу вас. В женщин я стреляю, когда нет выбора. Есть у меня выбор? С меня взять нечего. Я бездомная! Ух ты ж, блин. Ну ладно. Посмотрим, нет ли у них тут подземного бункера. Спускаемся. Это что? Карта? Пометки? А, хорошо. Это что? Инструкция. Да, это мне пригодится. Дик, слышишь? Может, ерунда, конечно. По-моему, кто-то проехал по горе. Моторы шумели. Я только что зачистил радиовышку для Копленда. Сейчас заберу из нее. Может, увижу что. Да нет, ничего. Я просто не ожидал. Мне повезло. У бабы патроны кончились. Ты ее отпустил, так ведь? Ну да, твою мать. Да, я ее отпустил. Рано или поздно, Дик, эти твои принципы тебя убьют. Ага, ну, все равно меня что-нибудь убьет. Какая разница, что? Отбой. Нехилая высота. Ладно. Посмотрим, о чем там говорил Бухарь. Точно. На горе кто-то есть. Вижу дым от костра. Твою мать, мне не померещилось. Где они? Я пойду туда. Нет, Бухарь. Тебе надо руку лечить, чтобы мы могли уехать отсюда. Я сам разберусь. Тихо, блин, да я уже с ума схожу, сидя тут на жопе. Только постарайся не спать. Вдруг они к тебе явятся. Отбой. Уже почти. Ну давай, давай. Почти добрался. Ну, черт, тяжело. Тебя!
Лагерь Коупленда. Это Сент-Джон. Все в порядке. Радиовышка зачищена, связь восстановлена. Хорошо. Понимаешь, Сент-Джон, радио «Свободный Орегон» единственное, что не дает нам окончательно одичать. Нет, Коуп, единственное, что не дает нам одичать, это запас еды. Бухарь, ты не спишь? Я направляюсь в лагерь, который ты обнаружил к северу от горы. Я слышал выстрелы. Ранение! На месте разберусь. Отбой. Бухарь, ты был прав. Это последний. Не надо лезть на гору Кулири. Не надо лезть на гору Кулири. Бухарь, с лагерем бродяг, все. Больше они никого не убьют на горе Олири. Ладно, Дик, я должен был помочь, в смысле. Черт. Ты отдыхай, Бухарь, отдыхай. Как рука заживет, двинем на север, понял? Да, да, понял. Так, о чем была речь? Да, да, понял. Отбой. Да, поеду к кладбищу. Попробую отыскать тайник Леона. Не понял, что ты сказал? Ты отдыхай, Бухарь. Как только оклемаешься, двинем на север. На север. Да нет. Ты же знаешь, без тебя я на север не уеду. Да, 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 я просто туго соображаю. Такое бывает, лежу на среди степени. Да. Позаботься об Альваресе, ладно? Дик, для меня это важно. Я позабочусь о ней. А ты отдыхай. Конец связи. Плачущий ангел. Точно, это он. Где же твой тайник, Леон?
может быть, здесь? Определиться, кому это отдать. Бухарь, ты меня слышишь? Да. А, ты просто не поверишь. Я только что видел вертолет. Что? Какой еще нахрен вертолет? Вертолет Неро прошел прямо надо мной и как будто меня не заметил. Столько времени прошло, и вдруг из ниоткуда прилетает вертолет. Я поеду за ними. А попробую выяснить, что они тут забыли. Дик, будь осторожен. Держись подальше, пока не станет понятно, что они тут делают. И давай без глупостей. Да что ты? Какие глупости? Погоди, они замедляются. Видимо, будут садиться. Африка, впавшего в спячку, будил?
Вообще-то да. Я один из тех, кто выжил на руднике Уайткин. Господи. Он содрал кожу с моего друга, как кожуру с банана. Эти костюмы от многого могут защитить, но не от них. Охренеть. Господи, извини. Там все сразу пошло через жопу. И поэтому мы туда не пойдем. А если замуровать эту пещеру, может, мы сократим их популяцию? Не знаю, Капрал. Тут много пещер. Пойдем, нам пора. Замуровать пещеры? Да, кому это надо? Бухарь, ты на связи? Бухарь, ответь. Дик, привет, я тут. Когда мы уезжали из Фервелла, тот тип из Неро, солдат или кто он там, который забрал Сару. Погодь, ты о чем? У него была плашка с именем. Ты помнишь имя? О, Брайан! Ты его всю дорогу костерил до самого трехбалого Джека. А в общем, он... Ну ты нашел время! В общем, он выжил, Бухарь. Он живой. О чем ты? Весь лагерь был перебит. Мы же сами видели. Я в курсе, но я услышал... В общем, я подобрался к месту посадки, и они... Стой, стой! Ты полез к вертолету? Ты что? Послушай меня. Я слышал, как они говорили по рации о некоем Брайане. Дик! Да нет! Нет, Бухарь, успокойся. Я просто... отдыхай пока. Конец связи. Как тебе, падла? Больше ты никого не подкараулишь. Дик! Черт, знаешь, меня задолбало, что в лагерь приходят намады и убивают моих людей, как будто мы в водище. Что у вас, Коуп? Ну... Явился какой-то тип, наркоман конченый. Устроил вроде тут пальбу и просто свалил. Мэнни сказал, что у него был байк с красным бензобаком. И шлем такой, серебристый. Ладно, сейчас попытаюсь его догнать. Он нужен мне живым, Дик. Живым? Живым. Поймаешь его, сразу сообщи мне. Мы притащим его сюда и повесим на первом же суку. Показать мерзавцам намадам, что в этом лагере есть закон и порядок. Без обид, я не от тебя. Какие обиды, я его найду. Олень на дороге, ну куда ж тебя несет? Thank you.
мясо. Нет, не сюда. Нет, это в той стороне. Не, не туда. Нужно все здесь зачистить. И папа убавится. Потом вернусь и сожгу оставшиеся. Кто-то подходит к воротам. Прости, Дик, не сразу узнала. Так, где Такер и Элкай? На раскопках они. На каких, твою мать? На севере. Вон там. Кто тронет мой байк, пальцы буду ломать тебе персонально. Да понял, понял. В общих. А? Тебе что-то нужно? Что нового? Говорю тебе, куда ни глянь, везде сплошное поле лавы. На 25 футов вглубь. Нужны молотки отбойные. Вот только не надо мне тут лекции читать. Я в курсе. Черта с два. Наши люди голодают. А даже были бы и сыты. С лопатами на это все равно ушли бы месяцы. Да мне наплевать! Да, мы голодаем, Эл. Но работу нужно закончить, даже если на это уйдет целый год. Других-то дел у нас все равно теперь нет. Стой. Это не все. Ну так давай поскорей, не задерживай меня. Упокоители. Сегодня. С утра большая группа шла через перевал. Вы ничего не сделали? Да мы... Сама знаешь, у нас мало людей. Они идут на север? Эл, упокоители идут к нам? Да или нет? Я не знаю. А этот может... Ну и что ты от меня хочешь, а? Что тебе надо? Хватит, Элкай. Знать это не его задача. Это ты у нас знать должен. А что мне теперь, разорваться, что ли? Реши, либо я тут в земле ковыряюсь, либо иду в водище и встаю на защиту. Иди на склад, проверь, что с боеприпасами. А на раскопки пойдет Уэйлер. На что уставился? Да так, жду, когда у тебя мозги отрастут. Стоять! Ты Леона нашел? Ну, хоть кто-то здесь умеет делать свое дело. Поехали. Когда ты в последний раз приводил к нам новых людей? Таким людям, которые остались в водище, вы здесь не обрадуетесь. Люди мрут от лихорадки. Это меня не волнует. Тебе нужна наша еда? Тогда должно волновать. Я же сказал, работу у тебя мы берем, но жить под твоим началом не станем. А напомни-ка мне, а то память уже не та.
Почему? Потому что в этом нет смысла. Ха, ну надо же, какой ты оптимист. Где Бухарь? Он сказал, поедет в лагерь Копленда. Хочет там купить рыбы. Вы что, с Копландом скорешились? Его лагерь ближе к вашему? Не ближе и не дальше. Слушай, я Бухарю не нянька. Я он знаю, ездит куда хочет. Что нельзя закапывать, потому что фрики выкупают. Господи, снова. Он у вас что, днем и ночью горит? Дохлых фриков прибавляется с каждым днем, в том числе и твоими стараниями. Жжем днем и ночью, а что делать? Лейте больше бензина. Сгорают быстрее, меньше дыма. Нет на это бензина. Когда он весь кончится, на чем будет ездить твой байк? На слюнях и поте? Я не поняла, что тут происходит? Недостача. Со склада пропал провиант и патроны. Господи, кто был ночью в дозоре? Уиллер. Сегодня удвоите караул. Это начинает меня бесить. Хорошо. И в районе все спокойно. Я же говорю, тут как в тюрьме. Сборище ленивых лжецов, воров, насильников и убийц. Знаешь, почему так? Без понятия. Потому что мы такие и есть. Фрик-шоу. Выжили все самые мерзавцы, те, кто похлеще всяких фриков. Остальные надеются, что я буду кормить их, защищать, ухаживать за ними, пока они сидят на жопе и созерцают гибель мира. Эй, ты! Ну-ка, живо за работу! Не заставляй меня звать Сайруса! Ленивые подонки. Хотят валять дурака, пусть делают это ночью. День — мое время. Управлять лагерем — то же самое, что управлять тюрьмой. Ты уже говорила, но я забыл. Ты кем была? Начальником тюрьмы или типа того? Да ну куда мне? Я была всего лишь надзирателем в женском корпусе. А у тебя, судя по твоему виду, наверняка были проблемы с законом. В тюрьме срок не мотал? Закон нарушал, было дело, но в тюрьме я не сидел. Для тебя есть работа. Ларсон вчера ходил за припасами. Говорит, видел кого-то в Мэрион Форс. Вроде бы какая-то молодая девчонка, но толком не разглядел. Он остановился там, поискал ее, но не нашел. За работу! Это точно? Ларсон этим занимается давно. Уж он-то видит, кто человек, а кто фрик. Но ты по этой части спец. Разыщи ее, пока не нашли фрики. Я попробую. Слушай, Такер, сначала я хочу получить кредиты за Леона. Будешь приводить мне живых людей, и я тебя завалю этими кредитами. Пойду найду Уиллера. Кому-то светит ночь в карцере. Алкай, что надо, Намат? Это что там было? Вы с Бухарем тут не натыкались на упокоителей? У меня тут в Iron Butte. Человек от упокоителей сбежал. Его пытали. Ну, это понятно. Но не просто так, а выясняли, не видел ли он двух байкеров, двоих. Слыхал ли он о таких хоть что-нибудь? Полно людей на двух колесах. Что? Я-то тут при чем? Ищут бешеных псов. Много намадов еще живут под своим флагом. Кроме вас двоих. Сдается мне, на вас открыли охоту. Вот и узнаешь, каково это. Показывал бы лучше товар, чем языком чесать попусту. Как скажешь, Дик. Эта штука тебе пригодится. Спасибо. Еще что-нибудь? Чем еще могу помочь? Хороший выбор. Тебе еще что-нибудь нужно? Да, ладно, я буду здесь. Осталось определиться, кому это отдать. Чтобы ехать на север, надо доделать байк.
Значит, Коупленду. Эй, Дик! Дик, как? Эй, Коуп, наверное, Леон вез тебе это. Дик, ты сделал верный выбор. Верный выбор. Иди к Мэнни, он поможет тебе с твоим байком. Ты столько делаешь для ла... Лагеря. Коуп велел найти для тебя запчасти, все такое. Как дела, Мэнни? Твой байк можно улучшить. Водище всегда нужно топливо. Жизнь намада. Будет что-то нужно, скажи. Лан, пока, Ди. Бухарь, какого хрена ты не спишь еще? Ну, не спится мне. Ты помнишь, что я тебе говорил? Я не ездил бы ты туда, Дик. У тебя от этого башню сносит. Бухарь, я... Слушай, я езжу туда, потому что там фрики. Нам нужны трофеи, а уж где их добывать, мне похрен. И тюльпаны фриком везешь. Я видел сегодня утром на столе. Такие же, какие у нее были тогда, на свадьбе, я помню. Я не буду... Так, короче, ты там лежи, отдыхай. Я занят, конец связи. И это не тюльпаны, это отчитки. Глаза разуй. Слушай, Коуп, этот парень, которого я ищу, кого он убил? А тебе-то что? Просто очередная работа, разве нет? Это да, ты прав. Но я хочу знать имена. Кто они, Коуп? Одного из них звали Рэндалл. Он прожил в лагере почти год. Двое других мне неизвестны. Что, выяснить? Нет, не надо. Как найдешь мерзавца, дай знать. Отбой. Так, надо осмотреться. Ладно, посмотрим. Вот ты где. Байк! Вот он! Серебристый шлем, красный бензобак. Это он. Ты думал, можно ворваться в лагерь Коупленда, устроить пальбу и просто свалить? Убил людей, взял что нужно и уехал. Как будто в супермаркет зашел. Не упусти его, Дик! Что?
наделал, сукин сын! Нет, 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 нет! Вообще-то Коуп это не одобряет. Я и сам не в восторге, если хочешь знать. Порочишь репутацию намадов. А если бы ты убил Мэнни, кто бы мне тогда чинил байк? Тупой ты урод. Нет, нет, пошел ты! Ты шестерка Копленда! Сучонок, вот ты кто! Сучонок! Коуп, все готово. Он у меня. Отметь координаты и высылай людей. Он жив? Да, жив. Но на будущее гарантировать на этот счет ничего не могу. Отбой. Еще есть? Ага. Ну, это хорошо рванет. Ну, я на месте. Так, Владимир, надо быть потише. Так, сейчас жахнет. Вам это понравится. А ну, ублюдки, давайте. Связи? Я просто хочу узнать, как ты там? Да, Дик, я здесь. Держись, братан. Как только твою руку подлатают, мы поедем на север. Как ты и хотел. О чем была речь? Эх, надеюсь. Эх, плохо мне без дороги. Ты, главное, поправляйся. Надо еще доделать байк, а потом запастись снаряжением. Как оклемаешься, сразу поедем. Конец связи. Свободный Орегон. Правда освобождает. В небе стали появляться черные вертолеты. Возможно, вы их видели. Так. Или слышу, в этой хижине. И подумали, гнездо. Что сходите с ума. Не сходите. Они существуют. Точно. И это гнездо. Подтверждает спите, мою ребятки. Правоту. Не обращайте на меня внимания. Мы думаем, что Неро выбрали вместе со всеми. Давайте, ребятушки. Поехали. Глупости. Но нет, как я и говорил, они затаились, чтобы потом вернуться и восстановиться.
восстановить власть над миром. Но пока я жив, этого не случится. Не бросайтесь им навстречу. Они не спасать вас пришли. Все достойные люди, носившие форму, погибли больше 2 лет назад. О, господи. А эта сволочь просто пристрелит вас на войсках. С вами Марк. Это радио «Свобода». Не верьте уже. Боже мой, Гоу. Ни хрена они не хотят вернуть. Разогрейтесь чуток. Что-то здесь прохладно, но я вам помогу. Неужели все? Фух, наконец-то. Бухарь, все готово. Я зачистил гнезда. Теперь на горе будет чуть меньше фриков. Эй, Дик, как дела? Много их было? Так, нормально. Я поэтому и пошел по темноте. Правда, некоторые были, но очень сильные. Да. Нет, холодно становится сильнее. Да, Бухарь, я знаю. Ну, в общем, это... Спасибо. Спасибо, что помог, Дик. Подремал бы ты, Бухарь. Отбой. Ладно. Все на том же месте. Сколько же должно пройти лет, прежде чем это разрушится? Лагерь беженцев, ага. Уж лучше бы вы, ребята, остались в Водище. Ни черта они не смогли для вас сделать. Вот так. Порядок.
фрики. Не здесь. Ясно вам? Можете кормиться где угодно, но только не здесь. Этот лагерь мой. Это не ваше. Привет, милая. Да, я с ними разделался. Больше они тебя не потревожат. Привет, это снова я. Надо идти. Дик, я должна тебе сказать. Да просто рука, ничего страшного. Ты говорил, нельзя возвращаться, но я не послушала. Я знала, что становится хуже, но я... Ну да, ты же мог знать, что все так. Нет, ты не понял. Я не знаю, как я буду жить, если потеряю тебя. Это я виновата. Эй, никто никого не теряет. Я же обещал. Помнишь? Дикон, стой! Идем скорее. Тут ребенок. Ну? Эй. О, черт. Эй, что с тобой? Не бойся, мы найдем твоих родителей. Сара, надо идти. Вставай! Вы меня ножом! А? Сильно? Я не знаю, наверное, не очень. Так вот, прижми это как можно крепче. Бежать можешь? Бежать нет, но идти могу. Ну, уже неплохо. Мы почти на месте. Ладно. Тут же было полно федералов. Да, наверное, эвакуировались. Да-да, конечно, удрали. У нее жар. Нож, похоже, задел почку. Рана загноилась. Как дела, сестренка? Как глупо это все. Ребенок, это был маленький ребенок. С большим ножом. Эй, помоги мне. Давай. Давай. Надо скорее отсюда валить. Нам нужно на крышу. Посигналь какому-нибудь вертолету. Отдохнешь и станет лучше. Эй, тихо, тихо. Она ведь была прямо, как моя сестренка. Когда мы играли в прятки, она всегда накрывала голову одеждой и думала, что ее... Меня, конечно, тоже пыряли, но не так. У нее жар. Господи, ты глянь. Надо уходить. Туда мы не пойдем. Так. Идем. Родная, сможешь встать? Сейчас. Ну, Бухарь, я помогу. Победи нас отсюда. Черт. Вы убили! Вы убили мою жену! Эй, тихо, тихо, стойте, стойте. Что делать? Так, короче, ты отвлекаешь, я попробую уйти сзади. Ладно. Ничего, ничего, давай. Иди давай. Пошел ты! Сэр? Эй, я безоружен! Я безоружен! Уходи! Нет, послушайте меня! У меня там жена, она ранена. Мы хотим пройти на крышу. Пошли вон отсюда! Ждет вертолет. Вы убили! Слушайте, вы убили мою сейчас... жену! Мы ни при чем. Слушайте, я ничего не знаю про вашу жену. Я соболезную. Мы ни при чем! Мы ни при чем! Убили мою жену! Отдай пушку! Отдай пушку! Убили мою жену! Боже! Убили! Ну, хватит! Убили! Идем. Эй, стой!
Стойте, стойте, она ранена. Что с ней? Она не... Короче, она никак, Эти. Ножом промоет. Я больше не подниму. Ладно, слушай, О'Брайен, если ее не доставить в больницу, она умрет. Но больниц больше нет. Ой, да ладно, как это нет? У вас же врачи, приемные, мобильный госпиталь. Да я только что окончил колледж, я волонтер, меня тут и быть не должно. О'Брайен? Ладно, черт, у меня место еще только на двоих. Как это на двоих? У нас перегруз, ясно? Я могу взять двоих. Ну ладно, давай, помоги мне. Ну, родная, потерпи. Ты поправишься. Я держу. Эй, я вернусь за тобой. Так, Бухарь, пошли, нам стой, надо вертолет. Стой. Нам надо вертолет. Я его слышал. У него-то место на двоих. Иди. Будь с ней. Я справлюсь. С нами ведь и похуже бывало. Так. Да уж, бывало. Куда вы летите? Что? Куда летите? Лагерь беженцев на запад от трехпалого Джека. Послушай, Бухарь без меня точно пропадет. Потом вернешь. Ты с нами? Спи спокойно, ладно? Я тебя скоро навещу. Я знаю, ты бы этого не хотела, но... Наверное, Бухарь прав. Я не могу себя перебороть. Ну, в общем, я еще вернусь. Бухарь! Еще один вертолет Неро! Какого черта они тут делают? Начинай, а? Я просто охочусь на фриков, понимаешь, Бухарь? Только ради наград я туда и таскаюсь. Ох, клыкач. Черт. Thank you.
погоди, погоди! Они замедляются! Видимо, будут садиться! Отбой! Транк не действует! Ой, еще как действует, иначе он тебе уже башку подгрыз! Давай, Док, скорее! Беспокойся, ты уже твореныш! Они идут! Еще минуту! Какого хера? Ну что, уходим? Все назад! Говнюк! Гаденыш, это мое! А, наконец-то! Господи, вот прыткие мерзавцы! Так что они делают? Я, короче, сам не понял. Походу, фриков пасут. Они держали шакала в аркане, как будто хотели прикрепить к нему трекер, что ли. Чего? В каком смысле пасут? Ну, типа, изучают. Ловят образцы какие-то, берут и выпускают. Типа как биологи на Discovery. К ним фрики подвалили, эти сразу свалили. Снарягу оставили, рацию. Стой, ты же не думаешь, что Сара... Нет, не, я не знаю. Я просто... И он жив, Бухарь, жив. О'Брайен, один из них, из Неро. Я просто их выслежу. Ну, постараюсь, я хочу добиться ответов. Черт. Ладно. Я скоро уже смогу ездить. Я помогу тебе. Если этот гад жив, мы его найдем. Из-под земли достанем. Еще поговорим потом. Конец связи. Ну, О'Брайен, и где же ты? Привет. Здрасте. Я тут заблудился, может, вы подскажете? Ты тут заблудился? Да, я ищу Old Bell на провод, но тут что-то ни одного указателя. Слушай, ты что, издеваешься? Нет. Что? В чем дело? Что? Круто.
Просто зашибись. Ну, зашибись. Просто класс. Так что, подскажете? Что? Извини, понятия не имею, где этот Белнук, Белнак или как его Белнап. Там. Белнап, да, вот это. Я не знаю, что это и где, ничем не могу помочь. Значит, нет. Нет. А, ну, хорошего дня. Эй! Вот ведь. Можешь тебя подвезти? Да, будь добр. Рада, что ты наконец догадался. Я сам. Я Дикон. Оу, пардон, неловко вышло. А как мне сесть на эту хреновину? Ну, это должно быть очевидно. Просто... Перекинь ногу. А, ладно. Сейчас. Села. Эй! Эй! Держись крепче. Большое тебе спасибо. Нет проблем. Просто оказалась в отрыве от цивилизации. Да ладно, есть тут цивилизация. Вот рядом Крейзи Уиллис, а еще... Ну, я в смысле, что сеть не ловит. Я так и понял. А, ясно. Ну, ладно. И что такая красивая девушка забыла в таком месте? Знаешь, сама задаюсь этим вопросом. Я провожу исследования, ну, изучаю всякое. Спасибо, а то я не знал, что такое исследование. Извини, я изучаю растения. Изучаешь растения? Да. Жива. Да, нам повезло. Эй, точно все нормально? Да, все нормально, просто... Господи. Эй, да тут и сеть. Привет. Да, все в порядке, но... Это твоя машина, это реально корыто. Эвакуатор нужен. И она... Я не знаю, где-то... Я не знаю, трасса где. 42. Трасса 42. Да, около мили проехала. Ну ладно, до скорого. Мы поехали назад к машине и будем ждать эвакуатор. Я не знаю. Ну ладно, не вопрос. Когда те парни вернутся, они будут рады тебя подвезти. Так, хорошо. Ладно, только дай дышаться. Они вернутся в любой ладно, момент. Ладно, ладно, все, поехали. Только на этот раз поосторожнее. Ты же на самом деле не заблудился, да? Это как посмотреть. Вот бывшая моя тебе скажет, что я давно заблудший. Ну, тут ты явно все дороги знаешь. А ты, значит, не местная? Нет, я из Сиэтла. Компания, в которой я работаю, открыла тут лабораторию. И вот я переехала в это захолустье. Чтобы изучать растения. Точно. Ну да, я ведь уже сказала. В общем, наша компания проводит исследования для одной биомедицинской фирмы. И некоторые из растений, с которыми я работаю, довольно редкие. И они растут здесь. Ничего приятнее я в жизни не слышал. О, да вы охренели. Клин, у нас тут гости. Черт. Что, поумнел? Кто это у нас?
Я большой злой байкер. Я шиму еще раз. Ну что, да, брат, нравится? Посмотри, давай, вломи ему. Уже не такой крутой, да? Ты, я смотрю, намеков не понимаешь. О, неплохо. Да. Сейчас мы его получим. Он у нас все поймет. Что, нравится? Да, да ну нахер валим отсюда. О, Господи. Ой, мамочки. Не-не-не-не. Мамочки. Эй. Извини, пожалуйста, да, я тихо, не тихо. Знала. Я просто глянула в твою сумку. Да все нормально. Увидела и подумала, она же могла кого-нибудь убить. Ну, Господи. Для этого тебе пришлось бы как минимум прицелиться. Я никогда ничего такого не делала. Эй, все в порядке. Я они уже свалили. Это в твоей сумке. Ты молодец. Я пыталась. Знаешь, что мы сейчас сделаем? Связи не было. Мы сядем здесь и будем ждать твоего парня. Ладно. Спасибо. Я никогда такого не делала. Да? А так не скажешь. Правда? Такер, лагерь Hot Springs, вы слышите? Мне нужны подробности насчет девчонки в Мэрион Форкс. Дикон, я тебе рассказала все, что знаю. Молодая девушка. Погоди. Ларсон видел ее у Hungry Jim's. Это блинная у Восточного моста. Ну да, блины и лесорубы. Знаю такую. Ладно, начну оттуда. Давай. Ты, главное, доставь девчонку ко мне. Нам тут на днях одни намады кое-какие пушки доставили. Может, тебе что-то пригодится. Буду иметь в виду. Конец связи.